Не забывая ни слов, ни мелодии, ветеран Великой Отечественной войны легко справляется с клавишами пианино и говорит, что этому научился самостоятельно, так же, как и выживать на поле боя в страшные военные годы. И рецепты своего долголетия Михаил Денежкин тоже разработал сам, благодаря чему уже преодолел вековой юбилей. Я вам посоветую, ведь это просто каждому. Ноги вверху на ковре, голова внизу. Вот, начинайте с минуты. Краткую инструкцию по применению своих внутренних сил от ветерана Великой Отечественной войны депутат Законодательного собрания Владимир Киданов тоже принял к сведению. Вот как надо жить. Да. Вот как надо в жизни вообще достигать здоровья. Главное не курить. Да, это я... Водку. Не пить. Спасибо, что вы есть такой. Спасибо. Огромное удовольствие с вами пообщаться. Сегодня к наградам Михаила Денежкина прибавилась еще одна. Владимир Киданов вручил ветерану юбилейную медаль к 70-летию Великой Победы. Такие же награды получили сегодня еще 12 ветеранов Великой Отечественной войны, труженики тыла, проживающие на территории 10-го округа города Оренбурга. В их жизни было много лишений и трудностей, но они сумели наполнить ее высоким смыслом. День радости настал у нас. На лицах счастье появилось. Улыбка вместе со слезой на плечи женские свалилась. Страна в восторге, в торжестве. Народ ликует и поет. Объединен в плач и радость, на жизнь надежду подает. Этот день победы. Светлана Семенида, Владимир Жидов.